Всем привет, ребят. Ну что, не покидает меня, не знаю, мучение, желание, даже не знаю, как назвать. Все-таки хочется пройти за пределы на этой силе, и я все-таки не оставляю надежды, что мы хоть когда-то его зафармим на большой силе, потому что, ну, это просто трэш. Попадаются такие герои, которых, ну, просто нереально слить. И что бы ты ни делал, тебя ушатывают. И сегодня я решил попробовать некоторых героев в новых сборках, посмотреть, что они смогут. Супер питомцами, там, не знаю, с мега прокачками. Все равно, как вы видели уже, наверное, не один раз, мы не можем убить из-за того, что нам просто не хватает дамага. И это печально. Это очень печально, но ничего с этим не поделаешь. Так, кто там у нас еще? Берем Космо. Даже фиг его знает, кого брать сюда. Просто тупо не хватает дамага. Давайте возьму тыкву. Побежим вот таким вот составом, посмотрим. Первый, второй этаж, в принципе, проходится уже очень легко. То есть проблем с прохождением у нас, к счастью, нет. Но дальше начинается на третьем этаже полный трэш. Нифига себе, это что за подарок? Прям такие топовые пачки с самого начала. Мне просто уже страшно подумать, что будет дальше. Сейчас прикиньте, раз и застряли сразу же на первой Фрейе. Мне она уже нравится. Так, будем пробовать собирать героев на максимальную атаку, стараться, чтобы максимум дамага наносить. Может, повезет. Хотя против Зефира это, в принципе, не спасет. Единственное, кто это, Мэри, у нас будет нормально пробивать. Так, опять эти Фрейя. Лиса, вот многие спрашивают, как лиса. Да я ее зачастую даже не использую. Настолько герой какой-то, ну, непонятный. Да, она там морозит, да, она уменьшает отхил, увеличивает себе. Вроде как дофигища уклонение делает, уклон увеличивает. Но, по сути, убивается точно так же, как и все остальные герои. А тут, после того, как они, после прошлой обновы, они сделали увеличение, судя по всему, стат. И мои герои начали миссовать. Хотя раньше они так не миссовали, но я очень хорошо вижу, что миссов просто прибавилось. Нифига себе, что это такое у меня творится? Это типа рождественский подарок в запределье, что ли? А, ну, вот я думал, типа, все понятно. Это я, знаете, ребят, это я размечтался просто. Ну, тут мы эту пачку должны с Мэри вынести на изи просто, по идее. Первый этаж, все-таки усилений здесь особо много нет. Да, тут без проблем. Что это такое? Просто no comments. Я в шоке. Смотрите на сборки героев.
15 тысяч уклонения. А тут-то вообще просто жесть. Максимум уклонений. Вальс, истинная вера. Блядь, это смешно. Это реально смешно. Скажите, вот как без донатом тут проходить? Понятно, у них силы меньше, возможно, усиления не такие. Но это ж просто бред. Ну, я смотрю, сегодня прям подарок какой-то у меня. У меня попадаются легкие пачки, ребят. Но все равно мои герои как шатались, так и шатаются. Просто офигеть. Не знаю, что это такое творится. Посмотрите, какие пачки против меня. Да, кстати, Фрая переделать на домах. Тут не опозорились. Ну прям как-то первый этаж, честно скажу, аж странно. Мы просто с вами пролетели. Странно, что зефиров столько нету. Я не знаю, что случилось. Наверное, они все сейчас будут на втором этаже. Но вот я не могу понять, как у меня сливаются герои в топовых прокачках, которые, по сути, ну и понятно, смотр попадает, ладно, но они не должны сливаться. Но они просто уходят в инвиз. Супер питомцами и с прочим. Вот смотрите. Как? Объясните вот мне, как? Как он слился? Вот что это за фигня? Понятно, там может Барт его резнул. Я не заметил, но вам на повторе будет видно. Но это, наверное, с той же, знаете, самой оперы... Как мы бегали вчера на атаке фортов, где я победил, а мне засчитали поражение. А, вот они все. Ну, здравствуйте, друзья. Вот смотрите, на какую пачку не напади. Здесь Мэри, Ворожей, Фоба. Здесь Барт. Ну, здесь, наверное, казалось бы попроще, и мы нападем там, где Барт. Это просто жесть. Сейчас моих половину героев просто не будет. У меня такое чувство. Это оно меня не покидает. Не, ничего себе. Ну, наверное, у нас хоть кто-то слился. Часть жива осталась. Ну, мне сейчас будет ржачно, если мы не сможем убить Барта. Вот это вот будет самое веселое. Нет, а ты что? Ну это просто подарок. Ребята, сегодня IGG мне делает просто мега бонусы. Давай сливайся уже, тут отражалки у всех, а он нифига не сливается. Что это такое?
Я вот не знаю. Может, я втыкаю, каких сливают. Ну, на повторе будет вам лучше видно, напишите, скажете. Но это просто... No comments. О, вот это под... Нифига себе. Смотрите, какие прям подгоны у нас сегодня. Нифига себе, у меня тыква даже жила, космос лился. Я в шоке. А нет, тыква тоже слилась. Что это такое? Что-то я вообще в шоке. Каким это образом у меня такие пачки появляться начали? Что-то, ребята, что-то пошло реально в IGG не так, походу. Да ну нафиг! Ну вот, если такие будут пачки, тогда можно сильно не бомбить. Но потом заходишь на другую. Так, что у нас тут? Землеройка. Оба этот. Блин, я Ронина боюсь. Лучше напасть там, где смертушка. Потому что Ронин, ну, просто ушатать. Ну, я его могу не убить. Лучше уже здесь напасть. Нормально, нормально. Вот так вот нормально еще. Придется, наверное, все-таки резать всех героев, ставить Мэри. Пусть хотя бы убьют этого. Феникса. Посмотрите, сколько дамага по Фенику приходит. И он еще до сих пор был жив. Но тут без варианта, наверное. Тут однозначно надо Мэри. Но, блин, такие пачки, это, честно говоря, для меня сегодня удивление. Минус ворожей. Попробуем такой пачкой его слить. Просто на изи. Ну посмотрите, опять Бард. Почему Бард проседает? Вот я не могу понять. А не все остальные. Нормальные пачки. Можно жить, ребятушки. Сейчас только хлопья, опять половины моих нету. Космо был круче, чем все остальные. Так, и у нас 48 атаки. Удивляют, реально удивляют.
И вот начался. И вот он подкрался незаметно. Третий этаж, ребят. Самое веселое, наверное. Так, у нас уже минуснулось по ходу Мэя, если я не ошибаюсь. Еще она жива, потому что дамаг вроде проходит или проходил, но уже не жива 100%. Так, он получает по 36к, не вижу, странно, чем он собран, наверное, с маскировкой, скорее всего. Ну да, он собран с маскировкой. Ну что, здравствуй. Дедушка Мороз. Мы до него добрались. Третий этаж, ребят. Все то же. Без изменений. Хотя он нормально так проседал у нас поначалу. Ну, когда были все шесть героев. Даже барда слил. Ух ты, урон. Посмотрите на дамаг. Посмотрите на отхил. Вот мы круто так дамажим, да, вот она дамажит просто космически. А, он сожива еще. Ребятушки, это еще не все сюрпризы от IGG. Оказывается, он сожива у нас. Супер. Ого, нифига себе. Десятая ожива, что ли? Новые, ребят, это новый неждан. Маскировка. И два раза оживает на фу. Только IGG могут такой подарок мне сделать. Вот объясните, если я такими героями... смотрите, сколько дамага. Ну, мы, конечно, его слили. Но это просто жесть. Маскировка плюс ожива. Плюс у него отхил по 2 ляма. Что можно ему еще сделать? Вот объясните мне. Вот это нормальный подгон. Я сейчас буду орать, если кто-то с моих героев здесь сольется. Это будет вообще просто хит. Никто не слился нормально. Так, ну вас нафиг, я лучше водички попью. Нифига себе, просто сегодня какой-то день, мы прям проходим. Все, минус. Минус, и причем жесткий. Очень круто улетело. Здесь кто-то с отражалками, походу. Мэри просто улетела. Обычная пачка. Ну, Зефир, маскировка плюс выживание и отхил по 2 ляма и GG. Вы просто умеете удивлять. Без комментариев, в общем. Интересно, сейчас мы, наверное, на родине застрянем, скорее всего. Посмотрите, что с моих героев остается. Это просто какой-то трэш, реально.
Кто там у нас остался? Фрея? Жалко, не видно, как она там хилится, не хилится. Вот тоже, кстати, очень плохо хотелось бы... Вот я уже говорил, иконки героев вражеских, не знаю, там вражеских сбоку поставить, своих снизу, чтобы было хотя бы видно, кто проседает. Вот этого не хватает. Сколько у нее там жизни, мы ее убить не можем. Она вроде и не хилится. Наверное, просто с маскировкой или что. Но от хила я не вижу от нее. Либо мы очень хорошо забираем от хила весь. Я очень сомневаюсь. У нее недомогание стоит. Почти добили. Добьем. Это жестко. А, вот пошел отхил. Плюс 2000. Ну, в принципе, с лисичкой нам будет попроще здесь. 81% атаки, ребят, у меня. Ну все, здравствуй. Здравствуй, елка, Новый год. Походу, здесь мы сейчас и зависнем с вами. Придется перерезать героев. Других вариантов я не вижу. Здесь бард. Хотя, может, и затащим хоть кого-то, не знаю. Думаю, вряд ли. Здесь придется сейчас пересобирать всех героев. Да. Я тут никого даже не убью, по сути. Может, конечно, но я сомневаюсь. Тут бешеные просто отхилы. Попробуем, перезайдем, реснемся. Итого мы уже сколько? Два раза, это третий, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть мне моих прохождений вполне не хватает. Кого тут брать, вот кто его знает. Кого бы тут не взял, они все посливаются. Попробуем такой вариант потом, если что. Возьмем Мэри. Вот посмотрите. Минус 2 героя сразу же у меня. Меня просто здесь ушатали. Я в шоке. Посмотрим, что там у нас на лисе стоит. Максимальная дефная сборка. Давайте попробуем поставить. Еще хорошо, что они хотя бы не пофиксили возможность выхода отсюда. Так, лис у нас сразу ушатался. Но у нас, по крайней мере, хотя бы был шанс кого-то убить. Мы никого не убили.
В общем, супер пачка. Попробуем еще разок. Видите, очень много получается. Они с отражалками. Фобушка. Лис убивает себя. То есть лисичку надо брать сюда. С ПДшкой. Сейчас посмотрю, что там у меня вторым талантом на лисице стоит. По-моему, ПДшку мы качали. Вот видите, еще вариант оптимальный, ПДшка, лис будет у вас тащить. С одной стороны надо ПДшка, с другой стороны надо ОЗ, чтобы не сливали. Но с ПДшкой вот просто на изи герой очень круто помог. Ну, мои все равно вот три гробика такие остались. Ну, хотя бы, по крайней мере, у нас есть шанс. Не знаю, ли мы тут убьем сейчас этого барда. Ну, я говорю, барда. Барда мы вроде слили как раз-таки. Оккультиста. Зефира-то мы должны, в принципе, с Фрей, с Мэри слить. Нет, там еще кто-то внизу есть. По-моему, бард жив. Ну, попробуем. Пытка, не пытка. Это просто жесть. Три таких, знаете, мелких-мелких гробика. Все, что осталось от моих героев. Да, там остался бард. Вариант. Пробую, уберу огника. Сейчас, может, заморозкой нам повезет, и мы их с первой тычки жахнем. Ну, я в этом очень сомневаюсь. У нас это получится. Да, это One Love. Мы попали на ту сборку героев, которую, ну, наверное, нереально слить. Просто нереально, потому что они превращают урон в отхил. Они становятся неубиваемыми. Поэтому... К сожалению, сегодня нам не повезло. И опять все, что осталось от моих героев. Жесть. Это просто, ребят, это просто жесть. Что я могу сказать? HG, локация супер. Мне она с каждым разом все больше и больше нравится. Это как атака фортов. Реально. Один в один. Просто вот, супер сборки. Если мы там встретили Зефира, то уже Зефиры с маскировкой и сожживой, которых, ну я не знаю, я еле-еле его убиваю. Если попадет там мини-донат, там, ну без доната я не буду говорить. Просто обычный донат, он его не убьет. Просто трэш. Жесть. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.